В Искитимском районе появилась танцевальная площадка, которая будет работать круглый год. Идея родилась среди тальменской молодежи. Ребята написали районный проект, он был полностью поддержан комиссией. Что вышло из этой затеи, расскажет Ирина Звягина. Танцевальная площадка еще не открылась, но музыка здесь уже играет. Гармонисты пока разминаются, а скоро здесь будут проходить дискотеки и спортивные мероприятия. Одно из новшеств – это каждые первые выходные месяца, начиная с мая, здесь будет организован кинотеатр под открытым небом. Вот буквально 8 мая здесь уже пройдет фильм про Великую Отечественную войну. Оборудовали танцплощадку на средства гранта авторы социально значимого проекта «Группа молодых людей». Самое важное было то, что молодежь участвует сама. То есть они попросили только на строительные материалы, деньги только на строительные материалы. Все остальное они создавали сами. Первая дискотека состоится уже в эти выходные. Местные жители постарше только за. Возраст танцующих здесь не ограничен. Ирина Звягина, Никита Решетков, новости УТС.